Сегодня вы увидите Новый год, туалет Tower Defense, а также открытие подарков, прохождение нового ивента в соло и без титаников. Да, это было очень сложно, так что смотрите ролик до конца, ведь будет очень интересно, а я начинаю. Ребяточки, зашел я в туалет Tower Defense, а тут Новый год будет опять. Блин, уже везде Новый год, а я шарю только за армрестлинг, да? Знаете что, я уже накопил 600 подарков, это ни много и ни мало. Мне дали Santa Create уже, да, то есть... Ну, я как минимум хочу себе чувачка какого-нибудь, а как максимум хочу себе за 1% этого. Лего, аркану хочу себе. Да, ребята, аркану хочу. Короче, новая карта, что-то там подарки можно получить. Ну, неважно, давайте сразу откроем подарки. Это тут у нас квестики какие-то, шоп какой-то. И давайте купим, короче, раз, да, и у меня еще 300 остается. И два. И все, у меня 22 копейки. Что еще? У меня еще, по-моему, что-то есть. Типа, у меня есть какое-то зелье там, только как его применить? А, вот, Lucky Boost. Не, давайте пока не будем юзать, потом если что, заюзнем. Давайте, ребята, у меня 3 новых кейса, погнали. Первый Santa Create. О боже, какой мужчина. Так, он стоит 500, и он, в принципе, жесткий челикс. Забавный челикс. Райан Дер Спикерман, забавный челикс. Я его буду брать к себе, потому что у меня такой состав просто говна какого-то накидали. Мне состав называется, я тебе говна в тряпочку наложу, и все. Так что давайте второй кейс. Ой, можно хотя бы Легу, Леон. Да, эльф камера вумен. Вот это хорошо уже. Сотку она стоит? Тю, вообще халявка. Сотку стоит. Ребята, я сегодня в ажуре, ребята, сотку стоит. Ластовый креатик, надеемся на 9% или 1% титанчика, да, ну или хотя бы какого-нибудь танчика, да, так что, ребята, погнали, не буду вас томить, последний Santa Create, который у меня сейчас есть, или как он называется, да, Santa Create. Раз, два, три, let's go, и еще одна эльф камера вумен, еще одна лего, ну, ладно, пойдемте, ребята, сейчас таким составом пройдем, сейчас пройду таким составом, да, ладно, я шучу, на самом деле я уже играл, но сейчас я попробую один, если, конечно, никто не зайдет, если кто-то зайдет, будет еще лучше. Хотя бы попробуем пройти. Пишите, сколько здесь волн, потому что я же этот нубик, профессионал, ну, профессиональный нуб в туалетах, поэтому я ничего не знаю. Какой-то качка к нам прибежал, такой и убежал. Все, ребятулечки, погнали, уже туалеты сортуют. Такое тут огромная карта, да, огромная карта, но я думаю, вам не важно, какая карта, вы уже, блин, где-то видели, смотрели там всякие гайдики, пунтики, я уже об этом рассказывать не буду, вот такой вот я забавный челикс. Да. Мы ставим просто эльф камера вумен. Вумен? Это не Сигма Момент. А вот это, Рейндер, это Сигма Момент. Но у меня, к сожалению, нету копеек. Поэтому хай стоят вумен пока что на передовой у нас. Защищают вумен. Справится у меня две вумен. Я, кстати, один. Бам, отлетел. Бам, отлетел. Прикольно, прикольно. Скипаем волну. Давайте, нам нужно вумен прокачивать. Прокачаем пока вумен, чтобы она сама отправлялась. Забавный челикс. Опа, у вумен появились какие-то наплечники, чтобы упало и было не больно. Ну ладно, нормальная такая вумен. Паски, можно я вас смою? Дайте мне толчка. Дайте мне вантус, я сейчас смою их, они не будут спавниться. Уже задолбали, вот честно. Так, вторую вумен надо прокачивать, чтобы бахало всех. Давай, вумен. На. По шоту, как вам? Уже пятая волна пошла, все, наверное, хватит пока что. То еще-то слишком много. Либо ставить уже этого надо, либо копить деньги. Мне кажется, надо копить деньги. Или ставить еще вумен. Ну правильно, пока вумен будет защищать. Пока вумен справится. Оп, все, 4 вумен у меня. Вам отлетел, ассасинчик. Скипаем? Не, не скипаем. Не, ребят, не будем мы скипать. Там уже идет ларч тулет. Он нам может бахнуть, всю систему поломать. Давайте тут еще вумен поставим. Пока чисто так на вумен держимся, потом еще поудаляем. Но я ж стигма, мне надо вумен удалять. Лучше ли вумен? Пока вумен вообще на изях справляется, тупо не чувствую. Давайте даже скипну волну. Они, блин, такая карта долгая. Они идут, блин, со скоростью улитки. Тупо улитка ползет. Все, у меня уже 2 вумен. 4. 4 вумен второго левла, да. Так, теперь надо райдера как-то заспавнить. Я, правда, не знаю, где его спавнить. Наверное, его где-то вот здесь поставлю, чтобы он, типа, и там захватывал, и потом бахал, если что. Да, где-то вот здесь. Пока денег нету, вумен не дает денег. Все, есть деньги, ставим. Уже не вумен, а мэна настоящего. Вот он. Рейнер Спикермен. Вот это, чувак, вот это я понимаю. Стоит, блин, как 5 вумен. Ой-ой, Фрост Толет, ты чё? Куда? Чё творит? А, это у нас, типа, ТВ-мен на максимал. Как вумен? Нужны деньги срочно, вумен, срочно нужны деньги. У меня туалет сейчас пройдет. Не смою, блин, просто. Раз, два, три. А чё, вумен блок умеет ставить? Тупо блочится от этого фрост-тулета. Хорош. Ну, вумен справилась. Спокойно. Чисто онли новыми юнитами. Ё-моё, уже пошли эти ассасинчики.
Кстати, на Вумане достаточно мало стоит прокачка, то есть всего лишь 300. Так, я ее улучшил, что у нее поменял? Ничего, Вумен не меняется, я понял. Но чисто бам-бам, миниганчика тупо зафигачили. Все, миниган сдох. Скипаем волну, я не знаю, сколько уже волн скипнул, очень много. 10-я уже идет, а мне... Вообще пофиг. Они тут чисто квадрат вуменов, я понял. 12-я уже, сколько всего волн? Ой-ой-ой, пошло что-то жестко. Вумены не справятся, мутанты пошли. Ну, нужно срочно вуменов качать. Или этого можно качнуть. Вуменов надо. Куда ты заснул? Слышишь, не спать. Вумен, вставай. Не спать. Качаем на 4-ю уже. С ней ничего, блин, не меняется, но она уже хреначит так тупо. Будь здоров. Спасибо. Куда заснула? Не спать. Нормально, пока справляемся, пока держимся. Опа, вот этот фрост 100 лет мне не нравится. Он фул. Ловый почти прошел, блин. Вумен, ты какого левела первого? Теперь второго. Поздравляю, повышение. Алло, вумены! Вуменщики не справляются. Вообще, блин, плохо, вуменщики не справляются. Чел, дуй сюда, дуй в этого фроста, дуй в него, дуй. Скипаем волну. Никого не пропустим, всех бахнем. Куда ты пошел? Я ж налево думал, ты пойдешь, ты. Говнюк, капец говнюк. Ладно, вот этого пропустим, джетпакера. Но вот это нет. Как, ни за что в жизни, никогда. Не пропустим. Все, найс, Фух, мутанта еще пропустим. Но джетпакера пропустим, мутанта и хватит. Все, больше никого. Ни за что в жизни никогда. Че он направо не ходит? Че вообще же, типа, направо не ходит? Че он добьет или нет? Или этот пройдет, блин? Походу, да. Ладно. Пройдет еще мутанчик, но я думаю, он нам не снесет, да? Ай, 100 хп осталось. Живем! Живем! Надо качать рейндера. Вумен уже не справляется. Ребята уже не справляются. Ёкарный театр, что это шло, блин? Вумены, срочно нужна какая-то лютая темка, вы должны его забить как-то. Тями, ногами, чем хотите, но вы должны забить этого флайн бензопилу. Вумены. Найс, забили, хорошо. Все, справляемся. Один пока живу на 13-й. Ну, блин, 13-й это, конечно, не очень хорошо. Так, у нас два босса туалета, мне бы качать одну вумен на 5-й левел, и тогда вообще порешали все. Потому что вумен тут вообще 1500 урона. О, не, боссы туалета спокойно исчезают. Хорошо. Скипаем, значит. Можно скипнуть. Все. Все вумены на 4-м. Будет вуменская жопа. Вумены, я вас верю. Вы можете, вы все сможете. Ну, фроста они бахают вообще легко. Ну, не легко. Такое проходит. Ладно, до конца не пройдет. Все, нормально. Дальше справится уже настоящий мужик. Рейндер спикерман. Давай, отлетаешь уже. Все, ты уже помер по дороге. Это мне нравится. Dual Blade Toilet. Он какой-то, типа, ХП у него много, знаете. Я уже хочу улучшить рейндер с этого спикермена, но мне, блин, не дают возможности такой. О, они его даже забыли. Бьют? Вы его забьете? Ну нафиг. Почти забили, йоу. Ну скипнем волну. Опа, все, вкачал. Давай, бей. Всех бей. Хорош. Теперь эта машина для убийств тут стоит. Покруче, чем вумен. Туалеты, ё-моё, вакуумщики. Гребаные пылесосы. Ой, я нечаянно волну пропустил. Это надо что-то делать. Я нечаянно пропустил волну. Отвечаю, случайно, просто. Не ту кнопку нажал. Сейчас пойдет. Ё-моё, я уже вижу, что там идет. Готовимся. Всё, ребята, все, уже капец на подходе. Готовимся, так сказать, худшему. Вумены давайте. Вот мне бы одну на 5-й, и тогда бы было хорошо. Если бы одна была только на 5-м, было бы вообще идеально. Вумены давайте, гасите все. Ты поможешь, чем сможешь. О, ну найс, он так-то нормально помогает. Хорош, остановились там. Стоим. Стой, вакуумщик, стой. Надо загасить, блин, как-нибудь, я не знаю. Как тебя гасить? Ну, долг лавы это вообще легко, и боссы тоже легко. Что меня тут интересует, это вот этот мутанчик, у которого, блин, 97 тысяч хп. И, в принципе, все. Понял? Не, качать пока я их не буду. Или он пройдет, если его не вкачу. Блин, ну ты не мог, блин, дальше стать на полметра. Ёкало мне, вакуумщик. Снесешь мне столько хп. Так, снеси ему хотя бы до 10-ки. Он еще и направо пошел. Еще один гений нашелся. Хорош! Тут стал лучший. Живем, ребята, живем. Живем. Так, мутанта вынесли, я вижу, да? Умены. Все, ребята, живем. 16-я волна. Я сам дожил до 16-й волны. Сам. Один. Сол. Я правда не знаю, сколько тут волн. Наверное, штук 30 минимум. А то им, то и больше. Мне уже где-то 1500 взять на одну вумен. А вы кого бьете? Нормально, что у меня волна не прогрузилась, да? То есть что-то идет? Я ничего не вижу. Они что-то бьют. Вот уже этот подключался. А что я ничего не вижу? Алло. Какой-то жестик, походу, идет. Потому что я не вижу ничего. Вообще ноль. Это нормально? Пропал? А нет, появился. Кто это? Кто-то идет, я не вижу. Ребята, я не вижу, кто там идет.
Чё за фигня? Невидимка идет, помогите! Спасите, Госбастер! Фигачит этот, сколько у него хп, блин? Найс, он умер! Он умер, этот умер, невидимка. Чё это было? Это был какой-то невидимый... Фух, вроде пошли туалеты. Я обосрался, так, у меня банда эльфов тут стоит. Нормально, живем. What the fuck, ребята, летит какой-то идиот с двумя ракетами. Flying Rocket Launcher, Launcher Toll. Короче, столько хп, я не знаю, как мы его будем выносить. И еще один Gigant Glasses Toilet. Ну, это, кстати, не так опасно, но он, блин, по идее, против вот этого ничего особо не имеет, да? Имеет. Сейчас, короче, посмотрим. Мне бы 1500 где-то взять. Ребята, одолжите косарь буквально на 5 минут. Я вам потом верну. Эти пятую засунем, наверное. Пока рано нам думать о... О, теперь не проходит. Теперь все хорошо. Вот это что? Что мне с этим делать, если оно вообще не останавливается? О, оно останавливается. Фу, слава богу. Оно убило мою одну эту. Ну, классно. Слышишь ты, летающий аппарат, приземляйся на землю. Стоп, стоп, стоять. Алло. Вообще, я не знаю, что мы с ним будем делать. Что-то думать будем. Бам, бам. Минуснул мне еще одну. Не, ну ты хорош. У тебя еще две ракеты осталось. Давай это, не борзи. Минуснул мне одну и радуется. Бам, бам. Все, минус еще куда-то вниз. Запульнул. 27 хп у моей этой. Да, ты пойдешь, давай. Склоняйся, еще, третий. Хорош! Сигма, какой же Сигма на рендер спикермене? Тупо Сигма. Вы видели это? Тупо настоящий Сигма. Опа, это не есть гуд. То, что мы сейчас можем не пройти. Гаси, 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 гаси. Я не могу улучшить, я не могу улучшить. Гаси, гаси. Еще уклоняйся, уклоняйся, я не знаю. Я соло дошел первого раза до 17 волны. Не, ну, ребята, это жестко, но, блин. Я в офиге с того Сигмы, который уклонился 3 раза подряд. Ну, не уклонился, а принял удар на себя и выжил. Это было что-то с чем-то. Это было хорошо. Что тут у нас? Может, что-то получил? 200 коинов на халяву. Миссии какие-то выполнил. Опа, 500. Опа, 100 подарков. Сейчас еще, короче, подарочек я вам надыбаю, ребята. Где-то мы еще... О, вот он же. Вот он, Santa Create. Еще 30 гемов. Фуф. Все, ребята, погнали. Еще один подарочек. Надеюсь, нам выпадет 9% чел. Это Render Speakerman. Что ты тут делаешь? Чем ты мне нужен? Сейчас, короче, попробуем выбить Large. Large TV Man. Понял. Камера Woman. Ну, эти вумены, блин, задолбали. Камерамены тоже плохо. И TV Man у меня уже есть, извините. Ну, ладно, не получилось у нас выбить, блин, Large TV Man даже. Ну, ничего страшного. Но это была потнейшая катка. Ну что ж, друзья, сейчас на ваших экранах другие ролики про туалет Tower Defense. А если вы хотите еще ролики про туалеты, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а всем... Бум-бай, бум-диги-бай-бай. Засыпай, любовь моя, засыпай.